не в ту сторону. Вечером уже тяжело кататься, устаешь. Сейчас у нас будут ступеньки. Я обожаю ступеньки. Фух. Я аж устал, честно. Под вечер так мало сил остается, чтобы прыгать. Когда же я уже научусь делать фейки? Ну почему не получается? Почему? Что не так? Что не так? Я понимаю, что надо дернуть, когда я уже, ну, вот сейчас покажу, как примерно должно быть. А, в правую сторону я не умею. Ну ладно, будем учиться. Это было неожиданно. Как во мне, в левую сторону прыгать тяжелее, чем в правую, потому что в правую я уже более-менее умею прыгать, а в левую нет. Да, вечером кататься часов 10 в 11 как-то не очень. Сил очень мало. Спокойно перелетел. Фух.
хуже. Вот мне нравится, тоже прикольно. Стоп, справа, справа. Справа, думаю, будет лучше. О, нет, кстати. Если мы сделаем вот так, вот так и вот так. Ладно, потом что-нибудь придумаем тут интересное. Что-нибудь надо придумать и приехать туда, чтобы покататься. Так, прыжок, вроде 3 ступеньки или 4, я уже не помню. 3. Сейчас, прикольно, можно развернуться. Сейчас. И... А, нет. Черт, столько людей, и все люди мешают. Там, конечно, спрыгнул бы, но что-то не получилось. О, не взял стул. Тоже прикольно. Стыки, стыки. Опа. Оп, сил нет, сил нет. Фух. Тяжело. Утром-то я, конечно, все пропрыгал бы тут, но не сейчас. Фух, ждем, пока машины проедут. О, господи. Сейчас жду, пока машины все проедут. И едем.